В честь Международного женского дня в нашей стране проводится множество праздничных мероприятий и акций. Одна из них называется «Женщина, о которой хочется рассказать». И мы решили узнать, о ком хотят рассказать жители нашего города. Вот что из этого получилось. Это Громыко Анна Григорьевна, она возглавляет Красный Крест, местное отделение в нашем городе. Человек, у которого большое сердце, большая душа, которая готова помочь всем и каждому. Она приходит на помощь всем нуждающимся и тем, кому нужна помощь сейчас, сию секунду, и тем, кому она нужна постоянно. Этот человек находит все пути, чтобы помочь решить проблемы и многодетных семей, и сейчас семей участников СВО. Анна Григорьевна делает доброе дело, которое нужно не только нашему городу, вообще, в принципе, в целом стране. И мы не можем не помочь ей, а она, в свою очередь, помогает всем, кто к ней обращается и даже кто не обращается. Я восхищаюсь своей мамой. Она очень хорошая женщина, много чего сделала для меня и не только для меня. И я считаю ее идеалом женщины. Ее зовут Марина. Мама, я тебя очень сильно люблю, с праздником тебя наступающим. Моя мамочка Коробова Алла Николаевна, 46-го года рождения, 12 июля. Моя самая любимая, мой самый главный человек в жизни. Поздравляю ее с наступающим 8 марта, желаю счастья, крепкого здоровья, всего самого хорошего. Любим тебя. Благодарна своим учителям по общественной работе. Это Мареева Валентина Ивановна. На много лет у нас заслуженный врач России, много лет была председателем Союза женщин России Ростовской области. Вот я ей благодарна за все, что я умею сейчас в общественной работе. Она меня этому научила. Ну и, конечно, я благодарна нынешнему председателю Союза женщин России. Это Лахова Екатерине Филипповне, которая тоже много лет меня учили, как работать с людьми, как вести общественную жизнь. Вот этим людям я очень-очень благодарна. Ну, пользуюсь случаем, поздравляю всех с наступающим 8 марта. Разрешите пожелать всем здоровья, терпения, мудрости, весеннего настроения. Я восхищаюсь своей мамой Людмилой Николаевной за то, что она хранительница очага семьи, за то, что она трудоголик. Она всегда поддержит и никогда не осудит и не обидит. Ну вот моя мама, наверное, вот ее зовут Оксана, я ей очень сильно восхищаюсь. Она, ну, пример для меня. Я ее очень сильно люблю. Ну, на первый взгляд, допустим, мама кажется такой, ну вот, как сказать, строгой, но кто ее знает хорошо, тот сразу, ну, поймет, что она очень добрая и... Ну, особенно. Поздравляю женщин всех с 8 марта. Живу вам в радости. Синячая вас никогда. И у вас все будет всегда впереди.